Вспыхнул свет, такого не ждали мы. Тысячу лет мы сидели во тьме, тысячу лет, и вдруг вспышка. Это кто-то из наших решил открыть дверь из подвала наружу, решил открыть дверь, нарушил запреты. И что же теперь, нам теперь крышка. Ветер, небо и птицы в проеме двери, делает шаг в направлении зари. Когда дверь открыта, сидеть в заперти нету смысла. А есть ли смысл в этом пути? Чтобы это узнать, его надо пройти. Есть список решивших сорваться с цепи, ты в этом списке. Выбирать направление нам было легко, туда, где свет нас сердце вело. Первый гуру учил нас: держите весло в одном стиле. Наше время еще не совсем истекло, и вода под ногами превращалась в стекло. Однако нам с тобою опять повезло, 7 футов под килем. 7 струн у гитары, но рвется струна. Тебя прокляла родная страна. Тебя ведет Бог, а может быть сатана, уже не важно. Далеко позади наш уютный подвал. Кто-то вернулся, кто-то упал. Кто-то держит улыбку, а кто-то оскал. Нам было страшно. Нам было страшно. И вот на вершине еще одна дверь, и кто за ней ждет нас, друг или зверь? Позади лежит путь, полный потерь. Я ее открываю и вхожу осторожно в город чудес. Мне улыбается ангел, а может быть бес. И тут я понимаю, куда я залез, и прозреваю. Ведь правда лучше поздно, чем никогда. И за спиной раскрываю крыла, и из этого подвала должна быть дыра. Я улетаю. Я улетаю. И вот впереди меня небеса, внизу пропасть, сверху звезда. И не сбивают с пути голоса. Я улетаю. Я улетаю.